Мэр города Юрий Шалабаев принял сегодня участие в видеоконференции с представителями городов-побратимов. Сейчас у Нижнего Новгорода 18 побратимов. В ближайшее время будут заключены соглашения еще с двумя – с Бухарой, Узбекистан и Сальвадором, Бразилия. Продолжаем развивать различные проекты совместные в совершенно разных направлениях – социально-культурной, и торгово-экономической, и образовательной деятельности. И это все приносит достаточно хорошие результаты, обогащает все города-побратимы. Сейчас работаем над тем, чтобы до конца года подписать побратимские соглашения еще с одним городом. Это один из древнейших городов Центральной Азии, Бухара, Узбекистан. И, конечно, это культурно обогатит и наш город, и Бухару. Также работаем над установлением партнерских связей с городом Сальвадор, Бразилия. В их адрес направлен пакет документов, необходимый для начала совместного сотрудничества.